находимся с вами, дорогие зрители канала Вилла Томиока Кагугин в городе Биробиджане, близко к тому месту. И сегодня у нас 17 февраля 2020 года. Бабушка и лужи. Вернее, бабушка в лужах. Ванюшка, ты у меня единственный подписчик на моем канале. Даже нужно мне подписываться не хочет. Хотя я его просила подписаться. Поставить мне лайки или дизлайки. Ну, наверное, он не хочет. И правильно делает. И ты меня поняла почему. Вот бабушка сидит в луже. У бабушки капель. Ну, сегодня, повторяю, 17 февраля 2020 года перепишу. Для своего единственного подписчика, дедушка. Пойду дальше лучше снимать. Нахожусь на территории одежды. Да на весе другой. Самое главное не упасть. Помогу. Видишь, Доню, капает и капает и капает. Семнадцатое февраля. Что, дальше будем тонуть? Сейчас уже лужи. Сейчас прогуляюсь, пойду домой. Грязные снежные завалы. Ну ладно, доченька, пока.
Видишь, какой дождик, все льется, льется и льется. Пока.